Раз, раз. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие наши любимые зрители. Мы очень рады, что вы пришли сегодня поддержать нас. Вас много. Это здорово, это очень всегда приятно. Вот. Сегодня у нас новая программа. Состоит она в основном из произведений, написанных великими музыкантами, замечательными бас-гитаристами последних 50 лет. Вот. И начнем мы с композиции, которую написал замечательный американский бас-гитарист Джефф Эндрюс совместно с проектом Vital Information. Композиция называется Clouds. Облака. Thank you.
Спасибо. Я хочу представить замечательных музыкантов, которые сегодня играют вместе с нами. Итак, на клавишных инструментах композитор, аранжировщик, пианист Евгений Ревнюк. Также лидер собственного проекта. На барабанах наш электронный мозг, наша сим-карта. Игорь Стотланд. И на гитаре. А также этот человек замечательно владеет скрипкой. Константин Кокорин. Спасибо. Следующая композиция написана в латиноамериканских ритмах. Написал ее замечательный черный бас-гитарист Гарри Грейнджер в соавторстве с проектом Graffiti в начале 90-х годов. Композиция называется «Do you think it's true?»
Соло на барабане Игорь Стопкин. Ваши аплодисменты. Спасибо. Следующую композицию написал один из самых знаменитых бас-гитаристов в мире, лидера первого, проходец Джако Пасториус. Композиция с его дебютного альбома называется «Continuum». Thank you.
Спасибо большое. Следующая композиция для тех, кто любит погорячее, уже побыстрее. Она написана сравнительно недавно, года 3 назад. Ее написал замечательный бас-гитарист из Канады по имени Алан Карон. Композиция называется One for you. Thank you.
Спасибо. Следующую композицию мы сыграем в дуэте с Игорем. Это очень красивое произведение. Написал его еще один гениальный американский музыкант итальянского происхождения Джон Патитуччи. Композиция называется «Peace Prayer» — «Молитва о мире». Thank you.
Спасибо. А в следующей композиции мы решили соединить сразу несколько произведений, несколько песен, которые написали тоже великие музыканты. И так получилось, что стилистически у нас это попурри получилось переходящим плавно от смут-джаза к хард-рок. Так что не пугайтесь сюрпризов. Thank you.
получилось. В этой пьесе звучали композиции, написанные Натаном Истом, басистом из Америки, из группы Fourplay, а также Марком Кингом из группы Level 42 и замечательным поющим басистом Гленном Хьюзом, который участвовал в Deep Purple в середине 70-х, позже записал массу сольных альбомов. А сейчас прозвучит романтическая баллада в стиле соул. Написал ее еще один замечательный басист Марко Мендоза. Композиция называется «Still in Me». Back to me, give me some name, 'cause I know.
продолжаем письменную тему. А следующую композицию записал на своем альбоме замечательный черный музыкант Маркус Миллер. Но оригинально автор этой композиции Стиви Вандер. Итак, мы хотели бы исполнить вам популярную по сей день композицию, написанную в далеких 70-х годах под названием «Higher Ground». Thank you.
Еще одна рок-баллада прозвучит. Написал ее вышеупомянутый бас-гитарист Глен Хьюз, еще в составе Deep Purple в далеком 75-м году. В соавторстве с Дэвидом Ковердейлом композиция называется You Keep On Moving. Thank you.
заключение нашего концерта мы хотели бы сыграть вам еще одну энергичную композицию с легким восточным колоритом. Ее написал уже вышеупомянутый великий американский музыкант Маркус Миллер. Композиция называется «Blast».
Шоу! Спасибо, друзья, спасибо за теплый прием. Нам было очень приятно играть для вас сегодня. Я еще раз представлю замечательных музыкантов. Евгений Ревнюк, клавишные инструменты. Наш новый участник Игорь Стопман, барабаны. Самый ответственный и надежный гитарист Константин Кокорин. И у нас гитара для вас Алексей Золотин. Спасибо! Спасибо. Мы не ожидали, не подготовили бис, но тем не менее у нас для вас есть в запасе кое-что. Мы сыграем еще одну дуэтную композицию. Посвящается всем семейным людям. Называется Our Family. Автор Джон Петитуччи. США, Италия. Thank you.
Спасибо. Спасибо, друзья. Барабаны. Евгений Ремёв, клавиши. Константин Кокорин, гитара. Алексей Золотин, бас-гитара. Спасибо.